Жители греческого городка Галаксыгди отметили в чистый понедельник традиционными мучными боями. Праздник знаменует начало Великого Поста и окончание карнавального сезона. Мешки с мукой самых ярких цветов заготавливают заранее. В назначенный день горожане и гости Галаксыгди щедро осыпают разноцветными порошками друг друга. В мэрии города утверждают, что на отмывание городских стен уходит целая неделя.